Тогда серьезный вопрос от того же мистера Хамстера. Алексей Валерьевич, что помешало вместо того, чтобы встречать врага разорванными на три эшелона частями, встретить его изначально на линии Днепра? Расстояние, сторговав расстояние на время, без того, чтобы подставлять первый эшелон под разгром. Я могу ответить, что мешало встретить на линии Днепра. Ответ будет заключать два слова. Кривой Рог. Дело в том, что металлургические районы, находившиеся на правом берегу, имели огромное значение для экономики Советского Союза. Просто так их бросать, это надо было, что называется, ломать себя совсем через колено. Это, как говорится, не альтернативка, это фантазия. Поэтому ответ – месторождение железной руды, на которой работали заводы Юга Украины и Советского Союза. То есть это вообще так называлось предприятие Юга. Их называли предприятие Юга, даже не уточняя, где это, вот что Юг – это вот там. Все знали, что где это. Потому что когда взяли Кривой Рог, уже в августе, там военпред на заводе на Донбассе писал, мы тут используем всякую пыль, крошку, на этой крошке мы продержимся еще месяц, после этого, как говорится, дайте нам руду, мы из нее что-нибудь выплывем. Поэтому по Днепру вообще нереально. Линия Сталина, она шире, то есть широкий фронт. Реально, конечно, самый хороший вариант – это на новой границе. На новой границе, на новых урах. Потому что как бы линия Сталина, она, конечно, была очень так себе по сравнению с новыми урами. То есть надо было вовремя нажимать красную кнопку. Остальные варианты, они хуже. Днепр вообще не вариант. То есть это, говорю, потерять и Николаев, и Марганец. То есть изначально на это закладываться – это как-то, ну, говорю, это фантастика.